Около 5000 семей края могут получить финансовую помощь для подключения к цифровому телевидению. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель самого нового Министерства Алтайского края цифрового развития и связи. Напомним, к середине 2019 года все федеральные российские телеканалы перестанут вести трансляции в аналоговом режиме в связи с полным переходом на цифровое телевещание. Поэтому жителям России, которые еще не пользуются цифрой, а также кабельным или спутниковым ТВ, нужно будет приобрести дополнительное оборудование. В Алтайском крае, по словам министра Евгения Зрюмова, решают, что необходимо предпринять, чтобы смотреть телеканалы смогли впредь и малоимущие жители края. Сначала прорабатывался вопрос, что по заявлению таких граждан будет возмещаться порядка 50% стоимости оборудования спутникового. Но однако же принципиальная позиция губернатора Виктора Петровича Томенко, что необходимо помочь по максимуму таким жителям, и будет возмещена 100% данной суммы, которая будет потрачена на приобретение спутникового оборудования, но не больше 4500 рублей. Средства на это будут потрачены из краевого бюджета. Точную цифру министр назвать затруднился, отметив, что списки нуждающихся еще составляются. Но речь, скорее всего, идет о сумме в 20 с лишним миллионов рублей. Министр отметил, что для получения компенсации необходимо обратиться в социальные службы. Одновременно в крае идет активная работа по информированию населения о нюансах перехода на цифру. Например, по словам Зрюмова, в настоящее время бойцы снежного десанта помогают пожилым сельским жителям настраивать телевизоры для приема цифрового сигнала.